у нас с вами предстоит сложно. Мы с вами инициировали процесс перемен в республике. Мы сами поставили перед собой амбициозную, сложную, но абсолютно по плечу задачи. Задачи для партии, задачи для власти. Поскольку мы с вами сегодня формируем власть, по-прежнему партия сохранила свои позиции для того, чтобы организовывать органы исполнительной власти. Но мы с вами должны задуматься и над тем, чтобы партия теперь в иных условиях могла бы и обеспечить жесткий контроль выполнения тех партийных задач, которые мы с вами поставили для себя и объявили народу. Те 10 партийных задач, которые вошли в предвыборную партийную программу, должны стать повесткой дня для каждого сотрудника партии. Безусловно, для тех, кого мы называем кандидатами. Часть из них стала сегодня реальными членами парламента республики. Но и остальные, помнится, мы с вами беседовали на эту тему в преддверии выборов. Я по-прежнему считал и считаю вас членами общей команды. Членами той команды, которая будет сегодня реализовывать те задачи, которые мы поставили перед собой. В очередной раз народы Калмыкии доверили нам право управления республикой, доверили нам право организации хозяйственного, экономического, политического базиса республики. И это доверие мы с вами должны оправдать. В течение многих лет партия «Единая Россия» является партией власти и будет являться таковой еще в ближайшие пятилетия. Это накладывает огромную ответственность на нас всех. Это накладывает на нас ответственность за жизнь каждого из наших земляков. Еще раз повторю. Да. Задачи, стоящие перед нами, амбициозны. Задачи, стоящие перед нами, насущны, злободневны. Но нет таких рубежей, как говорилось когда-то, которые не могут брать. Ну, тогда это говорилось в отношении большевиков. Сегодня скажу, нет таких рубежей, которые не были бы неподъемными для нас с вами. Для партии «Единая Россия», для всех тех, кто состоит в ее рядах или является ее сторонником, разделяет наши с вами общие взгляды и убеждения. Здравоохранение, образование, социальная жизнь, повышение материального благосостояния наших с вами земляков и многое-многое другое, то, для чего мы, собственно, то, что мы ставили во главу угла, должно стать задачей ежедневной, пусть рутинной, пусть будничной, но ежедневной, постоянной нашей с вами заботы и работы. На всех уровнях. От правительства республики, районных муниципальных образований администраций до сельских муниципальных образований. Сегодня, оглядываясь назад, мы знаем с вами результат. Мы знаем с вами те болевые точки, где мы не доработали. Мы знаем те претензии, которые были высказаны в адрес партии в том числе. Мы должны критично подойти ко всем тем чаяниям и надеждам, которые высказаны были в процессе предвыборной кампании и в день дня единого голосования. Мы не разделяем народы Калмыкии на население, поддержавшее партию, и население, высказавшееся против, отдавшее свои голоса другим политическим партиям и объединениям. Нет. Это наша с вами общая задача сегодня консолидировать в обществе
общества. Учесть ошибки прошлого, учесть то, что было высказано, и сделать все возможное и невозможное для того, чтобы все те избиратели, вне зависимости от их политических пристрастий и убеждений, работали в одном едином организме. Республика Калмыкия. Дороже для нас с вами нет ничего. У нас с вами одна малая или большая родина. Великая Россия, Великая Калмыкия. У нас с вами один народ. Народ Российской Федерации. Мы не верим никого на белых, красных, зеленых. Мы по-прежнему должны исходить в своей политической, хозяйственной работе из того, что проблемы каждого человека являются проблемами партии, а значит проблемами власти. Как правящая партия, мы берем на себя ответственность за все. За ошибки, за проколы, за провалы, но и за победы в том числе. Пользуясь доверием населения республики, которое в очередной раз было высказано вам, уважаемые однопартийцы, мы должны обеспечить выполнение тех предвыборных задач, которые мы сами же для себя и для наших народов Калмыкии поставили. В этом я вижу главную задачу нас, партии победителей. В очередной раз, еще раз, хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в предвыборной кампании, кто заслужил эту победу своим трудом. Здесь, в этой аудитории, хочу просить вас, уважаемые однопартийцы, нести слово правды, слово победы в массы, общаться с людьми, разъяснять наши цели и задачи и говорить главное, что мы как партия власти как отвечали, так и будем отвечать за порванный водопровод, за растущие тарифы, за, к сожалению, некачественные дороги, за многое-многое другое, что составляет повседневную жизнь наших с вами земляков. И мы с вами будем делать все для того, чтобы исправлять нашу жизнь к лучшему. Еще раз огромное вам спасибо, низкий поклон всем тем, кто работает на благо победы. И еще раз глубокая признательность и глубокая благодарность всем нашим землякам, кто оказал нам поддержку в нашей с вами общей победе. С победой вас, уважаемые дорогие друзья!